Жителям края, которые хотят увидеть нашумевший спектакль «Парфюмер», стоит поторопиться. Билетов осталось немного. А сама постановка пройдет уже 19 и 20 апреля во Дворце молодежи Петропавловска. У нас билетов осталось уже небольшое количество. Кто намеревается пойти на спектакль, мы рекомендуем поторопиться, потому что их довольно интенсивно разбирают. Если будут какие-то корпоративные заявки от 5-6 билетов и больше, то у нас будут индивидуальные условия к этим организациям. «Парфюмер» – постановка по мотивам знаменитого произведения Патрика Зюскинда. Это история жизни убийцы Жана Батиста Гренуя. Из отверженного серого уродца он превращается в могущественного и изобретательного парфюмера, способного сотворить то, что не удавалось никому – запах любви. В мономюзикле режиссера Людмилы Никитиной всего два актера – Андрей Носков и Мария Симушина. Всего задействовано на сцене два человека. Андрей Носков, актер, которого многие знают, он ведет монолог, читает его со всей своей артистичностью, со всем своим опытом. И его партнерша, которая будет окрашивать весь этот монолог своим танцами. Этот спектакль собрал восторженные отзывы зрителей по всей стране. И чтобы как можно больше жителей региона смогли посмотреть его на камчатской сцене, спектакль будет проходить два дня, 19 и 20 апреля, начало в 19 часов. Билеты можно приобрести на сайте камконцерт.ру. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, который указан на ваших экранах.